Морозы отступают. Уже завтра столбик термометра поднимется до минус 15 градусов. К концу недели в регион придет дальнейшее потепление вместе со снегопадом. Тем временем губернатор поставил задачу перед специалистами областного министерства ЖКХ и энергетики установить строгий контроль за прохождением отопительного сезона. Ежедневный контроль особенно актуален в морозную погоду, подчеркнул Владимир Городецкий. Специалисты министерства должны обеспечить необходимые запасы топлива в райцентрах области. Напомню, что региону выделили деньги из Федерального фонда модернизации ЖКХ. Эти средства пойдут на строительство новых котельных и переоборудование тепловых пунктов с угля на газ. Новые отопительные комплексы появятся в поселке Машково и городе Обь.